Приветствуем вас на нашем канале. Каждый день мы подготавливаем для вас самые актуальные новости из жизни звезд отечественного кинематографа. И снова у нас печальные новости в жизни наших любимых артистов. В этом месяце мы уже потеряли целую плеяду актеров, артистов, людей, сделавших огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства. Это очень тяжелый удар не только для нас, но и для всего государства в целом. Нас очень радует, что вы, дорогие наши зрители, не остаетесь равнодушными и в комментариях старайтесь выразить трогательные слова соболезнования в адрес ушедших артистов. Вот и сегодня мы с прискорбием сообщаем, что не стало замечательного и талантливого человека. Народная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Лидия Захаренко скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Артистка участвовала в таких спектаклях, как «Пиковая дама», «Кармен», «Тоска», «Катерина Измайлова», «Любовь к трем апельсинам» и многих других постановках. За выдающиеся творческие заслуги Лидия Константиновна была удостоена премии «Легенда фестиваля «Видеть музыку», а в 1999 году получила орден почета. Захаренко также становилась победительницей международного конкурса оперных певцов в Токио.